Глава района Андрей Дорошевский вместе со своим заместителем Евгением Алышевым и главой местной администрации Олегом Ратниковым провел объезд станицы Северской. Осмотрели переезд через Ерек по улице Энгельса. Забитые мусором трубы плохо пропускают воду, она начинает просачиваться прямо под землей, из-за чего дорога уже начала проседать. Андрей Дорошевский дал поручение прочистить Ерек. Неподалеку от клуба загородного отдыха настоящая несанкционированная свалка, которую недобросовестные жители устроили в зарослях кустарника. Рядом продолжается строительство жилых домов, и всем будущим жильцам нужно будет куда-то девать бытовые отходы. Глава района распорядился решить вопрос с установкой поблизости мусорных контейнеров, привести в порядок необходимую федеральную трассу в окрестностях поселения.